Вот, теперь запись начал. Вот он, Валера, жив-здоров. Все нормально у него. Сейчас немножко тоже опохмелили его. Так что за него не переживайте. Жив-здоров. Forever, как всегда у них. Подписчикам всего доброго. Мини такой, мини-микро. Микросъемка. Всего доброго вам всем, подписчики. Я так нахуй. Кстати, я позавчера поймал, кто одного из них, кто ему ногу подпалил, пока он спал в переходе. Охуеть. Вон, видишь? Облили горючей смесью и подожгли в переходе. Я одного из них поймал, прикинь. И я чё? Его там колотил, нахуй, пиздец. У меня брюк. Ты знаешь, сколько? По 18 лет, пиздюки. Да нахуй, дебилы, говорю, потому что нахуй, малолетки. Говорю, бомжа, малолетки дебилы, блядь. Брюк нет теперь, прикинь. Приходится в бриджах в этих ходить. Пиздец. Блять, Валер, если что-нибудь сегодня сообразим. Возможно такой вариант. Да мне сейчас маэстро приедет, он сообразит. Поверь. Мы сейчас вместе сообразим маэстро с ним. Вообще красава. У него денег сейчас нету, но что-нибудь сейчас сообразим. Я уже все обошел, все мульти, которые знал. Я говорю, ну Валера сейчас уже более или менее стал выглядеть. Оставь сумку, а? Уже намного лучше, сейчас уезжает в Челябинск. И будет нормально там, короче, да, блядь, все у него. Это на сохранение. Я знаю, что он никуда вот, не денется. Как бы вот так. Я никогда ничего не ушел. Ладно, ребят, будем, короче, еще на связи. Еще раз, потом еще выйду, еще запишу еще одно видео. Просто батарейка тоже нам завтра не железная. Не забывай. Мысли сжечь. Прямом. На, я тебе кассету целую даю, короче. В прямом смысле. Это Настя. Одно или две? Одну, по одной. По одной. Ты до хуя не принимай, потому что, блядь, организм воспринимает так, как он ему нужно воспринимает. Вот. Если одну ты примешь, если не поможет, то вторую ебани. А, ну это как рантидин. Да, 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 да. Ну, а так они да. Мне и одну ебану, у меня одну да. Одна да, помогает. Да, во-первых, они обезболивают, а во-вторых, да, это противовирусные еще. Переходе, сидел в переходе, вот даже стаканчик, у нас стаканчик. А что, тебе не только деньги, сигареты еще тоже дают? Сигарет дал только что. А, это ты положил? А я думаю, может еще и сигареты. Ну да, типа, можете сигаретами давать, можете деньгами, там без разницы, да. Да. Ладно, Валерон, пойдем мы, бля. А то еще в Красноармейске ехать-то. Нам сейчас далеко еще ехать, блядь, Валер. Береги. Да че я? Все нормально, все заебись. Кого береги? Все заебись. Это она меня бережет, бля. Я помню, как ты берег одну. Любаня. Прости, пожалуйста. Что-то за Любаня такая, не понимаю. Ну вот, которую я похоронил, Любаня. Ты рассказывал о ней, да? Да, да, да. Любаня. Он ее берег как... Да. Правда, брать не хочу. А, брать не хочу. Ну-ка, ну-ка, ну-ка. Что ты там? Любанька, втихушку. Пока и спит. Ну, я на гитаре, помнишь, когда играл? Ну-ну-ну-ну. Да. А я вот не пью, когда я играю, я не пью. Даже тебе надо. Коктейльчик. Вот, бля, вот тихушку, тебе правда, бля. Тихушку. Я этого не знал, бля. Вот так. Ну, прости, пожалуйста, братан. Ага. Пиздец, нахуй. Ну, я уходил, бля, я работал, бля. Но, бля, ее здесь все уважали, блядь. И меня все уважали здесь. И до сих пор меня здесь все уважают-то, ебать. Ну сейчас ножки пока не работают. Да ладно, Валера, все восстановится, все восстановимо. Валерка, он вообще-то супер. Гипер. Я не знаю, как он называется. Я ему всегда раритет. Да, он мне раритеты сдавал. Одну. Ну, Любаня, 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 Любаня. Прости, пожалуйста. Что-то за Любаню такая, не понимаю. Ну вот, которую я похоронил, Любаня. Ты рассказывал о ней, да? Да, да, да. Любаня. Он ее берег как. Да. Правда, брать не хочу.
А, брать не хочу. Ну-ка, ну-ка, ну-ка. Что-то там. Алё, Банька, птихушку. Пока спит. Ну, я на гитаре, помнишь, когда играл? Ну-ну-ну-ну. Да. А, я вот не так. Пью, да, я играю, я не пью. Я жду к тебе надо. Коктейльчик. Вот, бля, вот тихушку, тебе правда, бля. Тихушку. Я этого не знал, бля. Вот так. Прости, пожалуйста, братан. Ага. Пиздец, нахуй. Я уходил, бля, я работал, бля. Но, бля, ее здесь все уважали, блядь. И меня все уважали здесь. И до сих пор меня здесь все уважают-то, ебать. Ну сейчас ножки пока не работают. Да ладно, Валера, все восстановится, все восстановимо. Валерка, он вообще-то супер. Гипер. Я не знаю, как он называется. Я ему всегда раритет. Да, он мне раритеты сдавал, короче, он мне отдавал, а я ему до копейки все отдавал, да. Вот так вот. Вот это столько стоит, вот, Валера, он говорит, Валера, давай вместе пропиваем. А я все до копейки ему отдавал, все деньги. Угу. А я как, ну, у меня здесь все, у меня здесь все подвязано было, бля. А у меня этого говна было. Значки, хуечки, монеты, хуеты, блядь. Все было. Я вот это раритетом занимался. Было время. И, кстати, знаешь, как он зарабатывал? Он жил, ну, как сказать. Ну, в этом дране, конечно, он не ходил. Не, ну это дранё, это... Ну это же модно. Это мода. Да. А ты решил приводиться, что ли? Не смотри, мы же, видишь, все в дранье ходим. Все в дранье. Девушка, это понятно. А, да. Девушка, ей же нужно. Я же хочу тоже выглядеть молодее, бля, ебать, да. Валер. Дело не в этом. Дело не в этом. Понимаете, женщина не пытается. Ну, твои, слава богу, у нее кожа, смотри, какая нежная. Ну да. Кожа нежная. Кожа нежная. Вот прям даже видно, не зря, чем глаз. Бежим, не вышел. Мужчина. Ну-ну-ну. Он испугался ее. Он ее испугался, потому что он-то весь как оброшен, что сказать. А она... Не мелочь есть? Вот такая вот вся. Ладно, ребят, все. Да, да, давайте. Да, это. Да, да. Это, извини, правильное решение. Так, ладно. Ну давай тогда, Валер, всего тебе доброго, мы сейчас пойдем. Угу. А, ты мне зажигал продал. Там-то есть мелочь? Мелочь, посмотри. Ну, не, я телефоном не пользуюсь, сразу предупреждаю. Копейку там, самое главное, оставь. Остальное выкинь. Я телефонами вот вообще не пользуюсь. Валера, знаешь, я не последний здесь раз. Естественно, я не сомневаюсь, наконец-то. Это я сегодня скоро буду здесь. А Валера будет тебя еще видеть, буду, а я нет. Буду приезжать по-любому, да, Валера. О, да, ты здесь будешь. Да я тебя еще видел. Да, домой. Ты будешь жить дома. Ну, на базе. Валер, прикинь. Я говорю, тебя на базу заберу. Прикольно, да. На базе. А где? Я живу рядом вообще. Это где? В Московище. А, да, он в Икше живет. Бля, кстати, у меня племянники там в Икше тоже живут. Угу. Два племянника. В Икше. Узбеки. Какой узбеки? Че, я узбек, что ли? А ты узбек, да. Я че, узбек, что ли? Благодарствую. От души. Я же не узбек, блядь, я русский, блядь. У меня два племянника, Дениска и Коля. Денис и Коля у меня там и живут. Русские метисы. Я русский узбек, блядь. А у меня метисы, племянники мои. О, я их раскрыл. У меня русские. Блин, ну Юрка, правда, умерла. Юрка. А кто это? Остался Ритка, Сережка. Ну, трое осталось. Был. Ладно, честный. Короче, Валер, не в обиду. Да, короче, мы потопали. Уже. Да, угу. Уже, да, уже пора. Сам главное вам. Давай, пока. Давай. С тобой по-другому. Ура.
Все, давай, Валер. Меня уже тоже штормит, нахуй, блядь. Сейчас надо ехать и ехать, нахуй. Ладно, давай, Валер. Всего доброго. Все заебато. Будет все заебато. Привет. Ну, он перешлет потом Саньке, да. Да, я Сане перешлю, а Саня уже выложит в YouTube. Ладно, давай, Сань. Выключаюсь. Валер. Достану. Привет. Все хорошо. Ладно, давай, короче, Валер. Пару сигарет можно? Возьми, возьми. В общем, мне больше нравится, я тебе скажу, что каждое утро все где-то в начале восьмого. Собака, дурая. Ничего. Молодой человек, вы живой? Ну да. Интересуется. Интересуется твоим здоровьем. Нет, не вы еще. А как? Вы еще. Это вообще неправильное слово. Да. А куда мы денемся, ебаный в рот, скажи, да, ебать. Вы живой? Я дьявол открываю, я сидел всегда открываю с головой. Ну ладно. А что, Женька давно не был тут уже? Давно. Давно? Все. Он был вот тогда, и Саня не успел к нему подойти. А этот радио Башка приезжает? Да. Нет? Тоже давно не приезжает? Никто не приезжает, смотри. Короче, все забросили нахуй, бля. Нет, дело не в этом. Они хотят беспредел. Да беспредела не будет, нахуй, ебать, вот я тебе говорю, вот, блядь. Вот понимаешь, я тогда со съемок заскочил. Не, потому нихуя, нихуя, не надо. Нельзя, нельзя. Реально нельзя. Мы вот как вот жили раньше. О, как мы жили. Как мы жили, Валер, вот скажи. Мы охуенно жили, блядь. Это... И никого не огорчали, если только новеньких огорчали, да. Пришел, это... не мути его... нихуя, блядь. Его не напрягали. Да. Ну, сделал свое дело. Да, и все, пиздуй нахуй отсюда. Нет, там другое время было, там Бармалей. Бармалей, царство небесное, блядь. Я тебе вспоминать начну. Как он на лыжах здесь рассекал, блядь. Да. Летом, блядь, лыжи, да. Короче, одел, палки, короче. Нет, палок не было, палок не было. На палок зарабатывал. Да, говорит, люди, на лыжах две собаки у него, короче, вот так вот, в руках. Ну, два поводка, короче. И он такой на лыжах, нахуй, вот здесь еще палатки, еще собяне не снес нихуя, блядь. Палатки. Вот здесь вот, буквально вот здесь и было. Меня увезет мясо. И он такой говорит, блядь, на палке не хватает. Выспался. Привет, буфет. На палке, говорит, не хватает, говорит, блядь. Помогите, люди, блядь. А, как раз это, знаешь, когда это... Сочи как раз это было. Ну, вот это вот, Олимпиада. Да. Он такой здесь охуярил на палках, нахуй. Не на палках, на лыжах, нахуй. На палки не хватает, помогите. И вот так вот показывает. Палки не хватает. Выспался. Привет, буфет. На палки, говорит, не хватает, говорит, блядь. Помогите, люди, блядь. А, как раз это, знаешь, когда это... Сочи как раз это было. Ну, вот это вот, Олимпиада. Да. Он такой здесь охуярил на палках, нахуй. Не на палках, на лыжах, нахуй. На палки не хватает, помогите. И вот так вот показывает. На палки не хватает. Телефоном не трясет, Валера. С протезами ходил, ничего. Там пиздец, я тебе говорю, было, блядь. Ну, тогда было весело. Ну, у нас по-другому все было. Абсолютно все было по-другому. Сейчас шляпа. Шляпа из шляп. Да, общее как было. На зеленке себе 47 человек стрелков, представляете? Это, ну, блядь, зато было все честно и по-честному, да. И по, блядь, обоюдно все было. Да. А сейчас это хуйня. Как мы сядем на этой зеленке, вон там. Вон там, на лавочках. Не-не-не, да, за мостом, за мостом. А это на Виноградке? Да. Виноградки у меня уже нет. Хопа, закончилось. Хопа, что, пошли? Бррр. Все вышли, 5 минут, хлопа, у нас опять еще, блядь, уже есть, короче. Было время, было деньги, были деньги, блядь. Ну, были охуенные времена. Ты все-таки симпотная. Что? Симпотная. Я симпотная? Тебе понравилось? Все, не отдам. Не отдам Челябинск, не отдам. Не
Нет, нет, ты же знаешь, я однолёб. Челябинск мой. Он однолёб, он жену любит, ты знаешь, Валер. Ладно, угу. Валер. А после Светки я вообще потерялся. А, ну Света это Света, да. А кто такая Света? Ну, была у него женщина. У вас свободная любовь. Да. Да, свободные отношения. Вообще, вот надоели друг другу, расстались. Все, разбежались. Кто-то там побухал, кто-то там побухал, потом хуяк. Опять сошлись. И опять вместе. Опять. Любовь-морковь. Ну ладно. Давай еще Челябинского. Валер, смотри, с Челябинского снимем. А он не хочет. Не хочет? Все, настроение пропало, да? Слушай, ну что сказал Санек? Он тебе билет, денег даст. Подожди, я тебе говорю, я его на работу забираю. А, ты его забираешь? Да. Ага. Вообще МИАС нет. МИАС поедет. Не, ну я его на работу заберу, потому что он, ну, так, плиточник, да. Штукатур. Все на Урал. Почему на нет? Всем работы хватит. Угу. Так что как бы так. Да. Просто в режиме ожидания пока. Да, ну просто ты же себя ни настроения не хочешь. Хуй разбей, свой разъебешь, нахуй. Понимаешь, ты сама развязана. Какая? Я прав, бывает. Пиздец. Развязана, себя ведет. О, смотри, видишь, что говорит? Да, ну я правду говорю. А это она чувствует себя такой, да. Когда я рядом. Вот и вот в чем дело. Вот, вот. Потому что она знает, что там охуй, да. Что будет, бля. Ты себя развязываешь. Она же знает, что каменная стена рядом. Да. Да. Ну потому что, конечно, я же надеюсь. И он оправдывает на эти надежды. Да, ничего себе. Да что, конечно. Валерка. Валерка, правда? Я даже не знаю, сколько лет уже. Чего? Сколько лет меня знает он? А, сколько лет тебя знает? Нет, то сколько он меня знает? Мы древние, как мамонты. Древние, как мамонты, это точно, блин. А меня дочь назвала мамонтом. Моя дочь назвала мамонтом. Да не, все заебато. И надеюсь, будет дальше больше, еще лучше будет. Ну, сейчас, Валер, подожди, повремени. Дай бог, все будет заебись вообще. Да мне самое главное, нога поправится сейчас. Сильно я ушибся просто. Очень сильно. Я еле-еле ползаю. Ну, сейчас уже. Да подожди, я тебе говорю, бля. Хочешь, я тебе таблеток дам? У меня таблетки есть, найс. Да. Настя, у тебя есть с собой? Да, есть. Да. Давай. На, держи тогда. Сейчас. Я вот из-за этого. Я тебя одну косу. Не могу походить. Не могу ходить даже. Вот из-за этой фигни. А что вон там ты наклеил? Смотри, а у тебя там что? Да. Это меня сжечь пытались. В смысле сжечь? В прямом. Угу. Знаете, кассету целую даю, короче. В прямом смысле. Это найс. Угу. Одну или две? Одну, по одной. По одной. И до хуя не принимай, потому что, блядь, организм воспринимает так, как он ему нужно воспринимает. Вот. Если одну ты примешь, если не поможет, то вторую ебани. А, ну это как рантидин. Да, 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 да. Ну, а так они и одну ебанул, меня одну помогает. Да, во-первых, они обезболивают, а во-вторых, да, это противовирусные еще. Сидел в переходе. Вот даже стаканчик, А что, тебе не только деньги, сигареты еще тоже дают? Сигарет дал только что. А, это ты положил. А я думаю, может еще и сигареты.